заговорщики! Стоп! Они бы такое не учинили! Черт! Ты, наверное, помощник, о котором все говорят, да? Верни мою птичку, иначе нам не выкарабкаться из этого дерьма. Только проведем пару тестов, чтобы убедиться, что с ней все в порядке. Сверни налево к полям и пролети над самой рекой. Боже, это либо слабоумие, либо отвага. Но ты меня спас! Даже не только меня! Сектанты напали на нас с женой, когда мы собирались отчалить. Забрали самолет и бросили выживать. У меня патроны на исходе. Подруги!
точно Иосифа отравляют нашу воду. Проверь резервуары, всякие такие местечки, и прогони их оттуда. Да ты у нас теперь прямо ас! Почти как Клатч Никсон! О да, крутой был мужик. Спасибо! Ким! Наш самолет! Да, я знаю! Так, теперь развернем его. Давай, хватайся! Знаешь, первый раз за долгое время мне хоть немного повезло. Сраные дымчики. Ким, давай! Я надеюсь, что он в порядке. Знаешь, этот самолет у моей семьи уже 3 поколения. Представляешь? Ким, ну где ты? Да, уже иду. Боже, это женщина. Так вот, мой дед купил его после окончания Второй мировой. Это была его гордость. Я над ним поколдовал за эти годы. Ким, блин, ну можно побыстрее? Что? Вот ведь уроды, что ж им не имется? Боже мой. Слушай, я пилот получше тебя, но на земле ты просто зверь. Давай я вверху, ты внизу. Ну что скажешь? Вперед! Ким! Не выходи, пока я не вернусь! Ты неплохо разогрел пушки, но я раскалю их до бела. Ким дома! Позаботься о ней, дружище! Дайте маршрут! Иду цель! Нет! Я не стал в БТР!
Мне нужна помощь! Помоги! Куда мои демчики? Нет! Нет, нет, нет! Помощник! Сюда, помощник! Мне нужна помощь! Помоги! Куда мои демчики? Добро пожаловать в обстрел Сити! Население тра-та-та-та-та-та! Ah!
Ну же, Ким, погнали! Нет. Нет? Нет. Идем. Ведь это наш дом. Брось, Ким, ты не понимаешь. Чего это я не понимаю? Они отбирают земли, похищают наших друзей и вообще творят, что хотят. Ким! Ник, еще твой дед построил этот дом. И ты хочешь его бросить? Ты же так часто говорил о том, что хочешь передать дело дочери. Вообще-то я хотел передать дело сыну. Ты же сам был на УЗИ, ты же видел, это девочка. Ну, на этом черно-белом экране не поймешь, нет никакой гарантии. Ник. Люблю тебя. А я тебя. Ну что ж... Похоже, мы здесь окопаемся. Эй, слушай, нужна будет помощь, только свистни. Ага, мы с тобой будем как Буч из Санденс. Ник, они оба погибли. Да. Прошу, позаботься о нем.